Уважаемый Николай Георгиевич. Вот, пожалуйста, задавайте вопросы. Да. Задавайте, задавайте. Не стесняйтесь. Слушаю, говорите. У меня такой помысл, знаете, мне все-таки что-то нашего батюшку жалко. Он так в воскресенье там, типа того, что, ну, как бы я вижу, в мой огород кидал камни. И у меня такая мысль, что, может, все-таки выйти с ним как бы на разговор, что-то поговорить там, или бесполезно это все делать. Нет, не бесполезно. Почему же не поговорить-то, если он согласен? Ну, еще я не знаю, согласен, не согласен. Факт то, что я ему тогда, вот он в воскресенье там мне, вот, некоторые тут говорят, что на совет нечестивых не ходят, ну, там, трапеза. Я как-то сказал, говорю, я не хожу, вы там не молитесь. И вот он типа тоже, вот мне так обидно было, и что-то мне жалко его стало. Вот, вот люди не имеют духовного опыта, и это сам пытается что-то делать. Ну, я вижу, что про меня как бы все это рассказывают. А, ну, как бы противоречия не собираюсь. Ну, в принципе, надо поговорить как-то, выйти на разговор, да, с ним опять? Да, конечно. Поговорите, ничего не скрывайте, открыто, только старайтесь так внимательно смотреть за собой, лишнего не сказать. Ну да, помолитесь о тебе, чтобы мне Господь мудрость дал. У меня, благодаря вашим молитвам, у меня все как бы становится в правильном состоянии. У меня это озлобление, у меня жалость появилась. Ну давай, давай сейчас и помолимся, становись на молитву. Не остаетесь. Давай, я скажу, когда аминь, тоже согласись с аминем. Господи, слава Тебе, благослови брата Александра. Желаю еще побеседовать со священником, который так нуждается в помощи своей. Ты эти дела устрой наши, Господи, чтобы мы за врагов молились, прилагали все усилия благословить их на доброе дело, чтобы душа их пробудилась и совесть их открылась, и они увидели, в какую бездну заходят люди, не знающие истины Твоей. Чтобы Святая Библия была на престоле сознания нашего. Да будет благословена эта встреча. Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну вот видишь, как хорошо. Аминь. О, еще один есть. Слава Тебе, Христе Боже наш. Аминь. О, еще кто-то. Игнатий Тихонович. Да. Как ваши пяточки? Мать помогла? А про что спрашиваешь? Повтори-ка. Пятки ваши как? Мазь помогла? Помогло. Я по воду сейчас ходил сам с ведрами. А то наступить нельзя было. А я сейчас наступаю. Только один раз намазали на ночь. Приложили сверху целлофан, только не вокруг ноги, иначе дышать нечем будет. Там бумажку и носки натянули, и веревочки привязали. Я такой мазью руки мажу после бытовой химии. Тоже вот, очень вот. Помогает. Зорька называется, Зорька. Да, Зорька для коров. Ну вот, а Елена привезла, потому что у нее зять Андрей Головач занимается коровами. Ну и помогло, я думаю, легче будет. Володя вот придет вечером, там мы проверим, как у меня ноги. Спаси Христос и помоги тебе, Господи, чтобы... Надежда Васильевна взяла там трещины замазать. Слава Господу. Аллилуйя. Никого нет? Отхожу тогда. Слава Господу за все. Аллилуйя. Аллилуйя. Спаси Христос. Спаси Христос вас всех. Аминь. Спаси. Аминь.